мы видим, что в районах новой застройки, в новых микрорайонах наиболее активные граждане, выражающие таким образом свою, скажем, позицию, они портят общественное имущество. И, конечно, мы на этом фокусируемся, и для того, чтобы минимизировать в том числе и расходы бюджета. Уже с событий начала августа центральный район понес порядка 120 тысяч ущерба. Это только что касается организации подчиненных администрации. Во исполнение поручения главы государства было принято решение Мингорисполкома, в котором было поручено местным администрациям также рассмотреть на своих заседаниях этот вопрос, в развитии этого принять свои решения. В администрации центрального района также состоялось заседание, на котором были обсуждены все проблемные вопросы, все проблемные территории. И было принято решение администрации, которое устанавливает ответственных и должностных лиц, ответственные структурные подразделения, которым поручено в развитии плана мероприятий, принятого Мингорисполкомом, подобный план, но только уже с, скажем так, местными особенностями на территории района. Поэтому мы, конечно, фокусируемся на таких площадках. Будет установлен порядок мониторинга таких площадок, будет установлен порядок и наведение порядка, да, потому что мы понимаем, что это должно осуществляться оперативно и учитывать интересы второй, половины граждан, которые придерживаются других политических взглядов. И, как уже было сказано и ранее, на заседании Мингорисполкома люди сегодня обращаются, есть запросы, есть месседж от населения все-таки на то, чтобы был наведен порядок. Когда-то мы разрисовали повысительно-насосную станцию, чтобы детишки, глядя на эти стены, радовались, им было смешно и интересно. И столкнулись с тем, что недавно были разрисованы наши детские рисунки. И для меня, если честно, для просто как жителя, это неприемлемо. Сколько людей, столько и мнений говорят. Но я бы хотел, чтобы все-таки мы уважали друг друга и ценили то, что мы сделали. Вместо того, чтобы чистить в другом месте те же самые, может быть, листья, посыпать дорогу каким-то песком, чтобы скользко не было во время гололеда, они должны заниматься, исправлять то, что испортили совершенно другие люди. Я не знаю, о чем они думают. Это просто безобразие.